Казанском университете проходит ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2021». Конкурсная программа представит 15 институтов. Подробности в сюжете. Первую студенческую весну после самоизоляции ждали с особым нетерпением. Работа над номерами проходила в течение полутора месяцев. Ребята находили любую возможность, чтобы отрепетировать этюд или танцевальные движения. Уникс снова зажил активной студенческой жизнью. Студенты очень соскучились по творчеству. Номеров больше, коллективов больше. Это, несомненно, радует. В мероприятии участвуют десятки творческих коллективов. Долгожданное выступление оставляет у студентов всех возрастов бурные впечатления. Мы все первокурсницы, мы участвовали первый раз. Это, честно говоря, для меня уже пятая студенческая весна. Это глоток свежего воздуха после долгой такой серой зимы. У нас невероятно творческий институт и коллектив. В эти самые мгновения, когда кулисы закрылись, и когда мы все кричали ИФМК, вот это того стоит. Цель коллективов – пройти отбор и выступить на финальном концерте, закрывающем мероприятие. В программе представлено множество вокальных, танцевальных и сценических номеров. Гала-концерт состоится 16 апреля. У него будет два отделения. Разумеется, все номера лучшие будет отбирать наша режиссерская команда и студенческий клуб. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.